Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наше мероприятие, организованное Академией Анри. Меня зовут Савелий Бащинский, я директор издательства «Медиасфера». Я открываю это мероприятие на правах хозяина телестудии. Сегодняшнее мероприятие оно проходит вот в таком необычном для Академии Анри формате. Мы собрались сегодня в телестудии, чтобы обсудить очень важную тему. Недобросовестные публикационные практики и способы противодействия этим недобросовестным практикам. Сегодня в нашей студии собрались, я с удовольствием представляю состав участников. Это президент Анри. Анри расшифровывается, как, если кто-то не знает, Ассоциация научных редакторов и издателей. Президент Анри Ольга Владимировна Кириллова. Андрей Африканович Ростовцев – это сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет». Кулешова Анна Викторовна, она председатель Совета по этике научных публикаций вот, сообщества «Анри». Сайгитов Руслан Тимирсултанович, он главный редактор объединенной редакции издательства «Медиасфера». И Еременко Геннадий Олегович, директор научной электронной библиотеки. Модерировать сегодняшний круглый стол буду я и Ольга Владимировна Кириллова. Прошу обратить всех внимание, что среди собравшихся нет юристов. Почему я это упоминаю? Потому что, значит, здесь уже вот на сайте трансляции мы видим вопросы, которые подразумевают в качестве ответов какие-то юридические нормы. На самом деле разговор сегодня пойдет совсем в иной плоскости. Разговор пойдет об этике науки, об этике научных публикаций. И здесь это та область, где юридические нормы неприменимы. То есть они, конечно, могут пересекаться, но они неприменимы. Поэтому вот те вопросы относительно регламентации, например, я уже вижу здесь, регламентации, например, самоплагиата, они могут обсуждаться, но только в рамках этических концепций. Значит, поводом, формальным поводом для вот сегодняшнего круглого стола стала презентация журнального проекта «Диссернета». Возможно, кто-то уже видел материалы журнального проекта «Диссернета», но ясно, что когда были опубликованы вот эти данные журнального проекта, а это только первые данные, и они касаются, конечно, проблем с плагиатом, самоплагиатом в отечественных журналах. Мы решили собраться с тем, чтобы обсудить, а, собственно, что может журнальное и научное сообщество, как может противостоять вот этим недобросовестным публикационным практикам и обсудить те меры и возможности, которые можно предпринять. Ну, собственно, это, да, еще важная вещь я хотел сказать, что, значит, вот здесь внизу под экраном трансляции можно, здесь есть чат, где можно задавать вопросы. И, соответственно, все вопросы, которые будут зрителями заданы, мы постараемся здесь, вот на нашем круглом столе, обсудить. Ну, может быть, вот у Ольги Владимировны есть еще какие-то соображения по поводу вот вступительного слова.
Пожалуйста, Ольга Владимировна. Ну, так как меня назначили модератором, то, соответственно, я хочу поприветствовать, во-первых, всех участников телеконференции. Это действительно первый наш опыт, поэтому если что-то у нас не получится или не так, вы уж заранее нас извините. Но я считаю, что мы, в дополнение тому, что сказал Савелий Велиевич, считаю, что мы начали очень большую работу, которая будет продолжаться не только этим мероприятием. Мы уже проводили вебинары. И я думаю, что телеконференции будут на более конкретные темы, да, не только вот сейчас мы будем обсуждать общие какие-то положения о недобросовестных практиках. И, конечно, недобросовестная практика, она не только российская проблема, она международная проблема, и мы это прекрасно знаем, понимаем, и наши авторы с этим сталкиваются, и журналы с этим сталкиваются, и мы и имеем много... Все возрастающее число, собственно, посредников, которые тоже этим недобросовестным практикам способствуют. Но участие вот в создании такой ситуации, я думаю, касается всех. То есть это и авторы, которые мало понимают о том, что дублировать публикации или цитировать множественно публикации или самоцитировать себя – это не есть хорошо для оригинальных публикаций, потому что научная публикация является оригинальной публикацией. Это первое. Второе журналы, безусловно, должны прекрасно понимать, что должно быть в их журналов, да, то есть они должны бороться за качество. А за качество, значит, они должны прекрасно понимать, кто авторы, есть ли возможность, будем так говорить, проверить на плагиат, самоплагиат и так далее, на дублирование публикацию, нет. И если вдруг она есть, то и она обнаружена даже после того, как публикация была сделана, то, естественно, есть способы, есть инструменты, рычаги для того, чтобы журнал остался честен перед лицом других авторов, которые беспокоятся за репутацию того журнала, в котором они опубликовались. Я думаю, что мы сегодня начинаем с журнального проекта «Диссернета». Это действительно публичный социальный проект, большой проект. И, безусловно, он вызовет много вопросов, споров, но мы обязаны этим заниматься, потому что мы таким образом освещаем проблему перед всем сообществом, перед всем научным и управленческим сообществом. И это сообщество должно каким-то образом ликвидировать или хотя бы уменьшить эту проблему. Ну, я передаю слово Андрею Африкановичу с его докладом о журнальном проекте «Диссернета». Спасибо. Я расскажу о журнальном проекте «Диссернета», что это такое. И начну с такой преамбулы. «Диссернет» вообще не сталкивался с журналами. Мы почти 4 года существуем как вольное сообщество и разбираемся в основном с диссертациями. Но периодически... Нам поступают гневные письма. Вот почему вы обвиняете такого уважаемого профессора, академика или еще какого-нибудь важного персонажа в том, что у него что-то там не так в диссертации. Какое вы имеете право? Посмотрите на него. У него 320 публикаций в научных журналах. У него 8 монографий и 5 учебников. И что вы там будете говорить нам? И тогда мы лезем в эти в публикации, в эти учебники и в эти монографии. И что мы там находим? Мы находим тот же самый ужас, какой у него есть в диссертации. И это повторялось из года в год с какой-то периодичностью. И, наконец, мы решили регулярно, систематически посмотреть, а что вообще в научной периодике, в российской научной периодике творится. И из этого родился... журнальный проект «Диссернет». Это дочерний проект основного диссертационного проекта «Диссернета». К журналу мы подошли под таким своеобразным углом зрения. И вот здесь, на этом слайде, есть три категории этого угла зрения, под которым мы рассматриваем эти журналы. Первое, что мы делаем, мы интересуемся,
А как часто встречаются некорректные публикационные практики в таких журналах? На следующих слайдах я поясню, что это такое. Второй пункт – это наличие в редакциях этих журналов людей, непосредственно связанных с масштабными фальсификациями ученых степеней, с фабриками по производству фальшивых диссертаций. И ну, такие, да, к сожалению, существуют. Мы их хорошо знаем. Мы знаем, кто в них участвует. Мы знаем, кто все это организовывает. И третье – это вот дополнительные признаки, о которых я еще в конце скажу. Начнем с некорректных публикаций. Перед этим я скажу, что такое проверка в сообществе Диссернет журнальных статей. Есть огромный корпус журнальных статей в научных журналах. Мы ищем две различные статьи, тексты которых практически идентичны между собой. То есть вы представите, да, что есть две статьи, возможно, в разных журналах, возможно, в одном журнале, но тексты совпадают ну, практически на 90%. И далее мы смотрим, как, что происходит с авторами этих статей. Если множество авторов первой статьи и второй – это два разных множества, никак не пересекающихся, то это недобросовестная практика попадает в категорию плагиата. То есть разные люди подписались под одним и тем же текстом в разное время. Если эти два множества идентичны между собой, то это попадает в категорию множественной публикации. Это значит, что одни и те же авторы разослали один и тот же текст в разные журналы, и у них, так сказать, вот много публикаций. Иногда бывает с одним названием статьи, иногда они меняют что-то в названии статьи. Но вот такая категория тоже есть. И третья категория, это мы называем это фиктивное авторство, когда два этих подмножества авторов пересекаются только частично. Это значит, что один и тот же текст переходит из журнала в журнал с ротацией авторов или соавторов. И посмотрите на распределение. Мы провели анализ на небольшой части публикаций, таких вот, в которых найдены некорректные публикационные практики. Всего вошло в этот анализ 250 публикаций, и мы видим распределение здесь на слайде. Это 46% это просто плагиат, красный блок такой. Затем почти в два раза меньше это множественные публикации. И последнее, почти столько же, сколько множественные публикации, это фиктивное авторство. Обратите внимание, вот здесь это уже практика ретракции публикаций в Европе. И вот эти три столбика, это значит, по вине авторов, это некорректные значит, практики. И здесь тоже, смотрите, самый большой столбец – это плагиат, второе – это дублирование публикаций, и здесь проблемное авторство, третий столбец. То есть мы практически повторяем структуру, так получилось, да, случайно или нет, структуру, которая наблюдается значит, на международном уровне. Наличие диссероделов редакции. Под диссероделами мы понимаем тех, кто непосредственно участвовал в защитах липовых диссертаций в качестве научных руководителей, в качестве оппонентов, в качестве иногда членов диссертационного совета. То есть это люди, которые непосредственно причастны к множественным случаям защиты таких диссертаций. Что такое Диссернет? Надо сказать два слова. Диссернет – это система связанных между собой баз данных. Вот у нас есть база данных огромного количества сфальсифицированных диссертаций. У всех этих диссертаций есть свои имена, имя автора, имя научного руководителя, научного консультанта, оппонента и так далее. Есть диссертационный совет, есть институт, в котором эта диссертация готовилась, есть заведение, в которое писала отзыв ведущей организации. То есть у него много признаков. Есть база данных редакций издательств. И мы моментально видим
как пересекаются значит, имена в главной базе данных и в базе данных издательств. То есть мы в каждом, так сказать, редакционном совете или в редакционной коллегии видим, если эти люди там присутствуют, мы их видим. И в журнальном проекте Диссернета вот можно зайти на там, страничку любого журнала, и вот видно, например, у него много всяких здесь параметров, они все кликабельны. И вот здесь члены редколлегии совета, их участие в необоснованном присуждении ученых степеней. Вот можно кликнуть мышкой, и мы сразу видим этих членов. Вот каждый из них это тоже кликабельный. Вот мы первого взяли, у него видим сразу, так сказать, что с ним происходит. Вот за ним 7 таких вот неправомерных защит, которые, значит, он проводил. И каждую из них можно посмотреть. Вот, например, диссертация, которая практически вся списана с чужой диссертацией, то есть защита этой диссертации свелась, грубо говоря, к замене обложки. И каждый квадратик даже можно посмотреть, что там на каждой страничке происходит. То есть это вот такая сложно связанная система, которая, ну, она просто повышает прозрачность. Дополнительные признаки. Здесь мы, например, можем посмотреть, а что происходит с публикациями по теме диссертации. То есть у нас есть база данных тех обязательных с точки зрения ВАКа публикаций по теме диссертации, которые отмечены в автореферате, которые там присутствуют. И дальше мы смотрим, а в каких журналах эти в основном эти, так сказать, липовые диссертанты любят размещать свои публикации. И оказалось, что распределение по этим журналам очень-очень неоднородное. То есть есть журналы, в которых просто, так сказать, десятки и сотни таких диссертантов, они туда просто идут большой толпой, и почему-то, значит, они эти журналы очень любят выбирать. Вот здесь вот распределение только по экономическим наукам. И, а другие журналы таких практически не встречаются. Даже внутри одной области знаний, вот внутри экономики. И мы поинтересовались, а что же, так сказать, происходит? Ну, вот взять какую-нибудь, значит, публикацию, которая по теме вот такой сфальсифицированной диссертации с плагиатом и посмотреть на нее. И мы действительно видим, вот этот пример такой публикации, мы действительно видим, что вот там 4 страницы, и все 4 страницы, вот они закрашены красным цветом, это означает, что все 4 страницы, они практически полностью списаны с чужой другой работы, вот, которая там на 2 года раньше была опубликована в другом журнале. И таких случаев много, да, это естественно, если человек полностью списал свою диссертацию, то откуда ему взять научную, чистую научную публикацию по этой диссертации? Поэтому, значит, один из таких признаков или критериев у нас это для журнала, насколько часто в нем любит публиковаться пациенты Диссернета. Другой признак, который мы назвали индекс накрутки цитирования. Тут здесь вот видно страничка статистики из базы данных e-library. И мы видим, что вот конкретный журнал за один год, у него индекс impact factor увеличился в 4 раза. Что сразу вызывает какие-то, значит, сомнения. Мы с этим разбираемся, как это происходит, но глобально это учитывается в отношении impact factor RINS к impact factor RINS, но по ядру RINS. А ядро RINS включает такие журналы с высокой репутацией, это журналы, которые входят, значит, в список RSCI,
и в Scopus, и в Web of Science, и значит, обычно значит, там импакт-фактор по этому ядру у плохих журналов, он очень-очень низкий, иногда просто ноль, потому что эти журналы из хороших журналов не цитируются. Вот такое отношение, мы смотрим на это отношение. Вот здесь я сложный очень слайд, я буквально на секундочку остановлюсь. Это вот тот же самый журнал, у которого импакт фактор за год вырос в 4 раза. Мы просто разбирались с этим конкретно, что произошло. Просто, это результат работы нескольких человек, которые в основном публикуются в другом, третьем журнале, который не входит в список, в перечень ВАК. И они в несколько статей опубликовали вот в том журнале, о котором шла речь, который увеличил свой импакт-фактор. Мы их называем такие якорные статьи. И уже, так сказать, они на эти статьи постоянно ссылаются из своего журнала. То есть таким мощным. Причем у них статьи выглядят так, 70 ссылок в введении там, сразу, так сказать. Вот рассматриваем проблему, она рассматривалась еще ранее. И там дальше сразу с первого по 70-ю ссылку. Половина из них это, значит, ссылки вот на вот эти якорные статьи. Для того, чтобы это было не так очевидно, еще так сказать, они засылают якорные статьи еще в третий журнал независимый. И вот такие перекрестные ссылки, они накручивают импакт-фактор гораздо больше, чем самоцитирование того самого журнала, у которого импакт-фактор растет. Гораздо больше. То есть основной вклад вот дают вот эти вот авторы. Естественно, они делают это не для того, чтобы импакт-фактор возрос. Они делают это для того, чтобы у них было высокое цитирование. Здесь я показываю распределение по вот этому отношению, о котором мы говорили, которое мы назвали так условно индекс накрутки импакт-фактора. И видно, что вот в основном все-таки виден большой пик при маленьких значениях этого отношения. И дальше идет длинный-длинный хвост. Вот мы считаем, что условно, четкой границы, конечно, здесь никакой нету, но мы считаем, что если отношение больше 20, то это уже, значит, вызывает подозрение. Ну вот, есть пример, значит, как журналы заботятся о своем импакт-факторе. На сайте одного из журналов можно прочитать. Внимание, авторы, цитирующие ранее опубликованные статьи в наших журналах, то есть внутри одного издательства, публикуют свои статьи вне очереди. То есть им бонус за это, печенька. Вот это, так сказать, это вот относится к накрутке импакт-фактора. Ну, кроме этого, еще дополнительные, на что мы еще смотрим, это авторецензии, то есть те журналы, которые просят авторов приносить вместе со статьями рецензии на их статьи. Ну, это совершенно недопустимо. Заочные конференции. Заочная конференция — это отдельная большая тема. Издательства занимаются рекламой их, рассылают спам, занимаются организацией заочных конференций, в конце концов занимаются публикацией материалов этих заочных конференций. И это у нас тоже очень важный признак такого, так сказать, недоброкачественного журнала. Ну, еще разного рода и уровня важности признаки, которые рассматриваются в совокупности. Я их не буду сейчас здесь перечислять, со временем мы их все откроем на сайте нашего проекта. Что было сделано? Проанализировано более 30 тысяч текстов журнальных статей. При этом выявлено более 1500 случаев грубых нарушений публикационной этики в статьях. То есть это 1500 пар научных статей, тексты которых практически идентичны друг другу. И это только анализ проходил только по последним выпускам. То есть мы нигде глубже, чем за 1-2 года не смотрели. В систему внесено более полутысячи вот таких вот научных журналов, которые вызывают
подозрения по тем или иным признакам. И на сегодняшний день в открытый доступ выложено 40, ну, не самых выдающихся, здесь я не могу сказать, что они самые выдающиеся. Здесь выложены с акцентом немножко на то, что такие журналы, мы их называем хищными, всеядными, которые любят публиковать по нескольку тысяч статей в год. И то есть, здесь больше акцент на такую плодовитость. Ну, естественно, и на то, что, так сказать, они, и среди плодовитых они еще выдающиеся. Так. Это мы уберем. Так выглядит распределение вот этих 40 журналов по различным специальностям, по областям знаний. Мы видим первые, так сказать, экономические науки, затем идут юридические науки, потом педагогика и так далее. А если мы сравним с распределением липовых диссертаций по областям знаний, то мы тоже видим, что в основном это экономика, педагогика и право. И, собственно говоря, я всегда люблю это повторять, что в обычной в своей ежедневной практике с чем мы встречаемся, какие проблемы в стране? Экономика, образование и юриспруденция. Собственно говоря, это и отражение ситуации в стране, что в журналах, что в липовых диссертациях. Так. Ну, собственно говоря, я должен сказать спасибо за внимание. Заходите на сайт Диссернета, там очень много всего интересного, подробностей. Прежде чем мы, может быть, здесь внутри у себя тоже чуть-чуть, может быть, обсудим или зададим вам вопросы. Вот я вижу, поступили вопросы в чате. Да, я призываю людей активнее пользоваться чатом. Вот, в частности, вот Оксана Лагутова пишет, это технический вопрос, что плохо читаем текст на слайдах, можно ли улучшить качество. Ну, это связано с тем, что это первые трансляции вот, из телестудии. Да, и мы стараемся, чтобы, поскольку это видеопоток, мы стараемся, чтобы его могли принять даже в самых отдаленных уголках России, поэтому его разрешающая способность этого потока, она минимизирована. В принципе, отдельные слайды действительно могут не очень хорошо читаться, но в видеозаписи, которая потом будет выложена на сайт, там будет, я гарантирую, будет все видно и заметно. Еще я просто призываю режиссера трансляции в тех случаях, когда на слайде есть очень мелкие детали, ну, показывать этот слайд полностью. Та же Оксана Лагутова, например, пишет, вот такой вопрос задает в рамках проекта, что подразумевается под недобросовестной практикой. Я думаю, что вот у нас следующая выступающая, значит, это Анна Кулешова, которая является председателем Совета по этике, Анри, она, наверное, затронет этот вопрос и, может быть, уже как бы в ходе доклада, может быть, уже специально не нужно будет по этому поводу давать разъяснений. Теперь вот, что касается доклада Андрея Африкановича, может быть, кто-то хочет какие-то реплики сказать, что-то спросить или прокомментировать? Нет, ну, я думаю, что у нас в конце будет возможность, да, давайте тогда мы... Да, перейдем к следующему докладу. Я представляю Совет по этике научных публикаций, Ассоциация научных редакторов и издателей. Я являюсь кандидатом социологических наук и редактором в двух научных журналах по социологии. Пару слов скажу о том, как был создан Совет. Он создан не так давно, а именно на 5-й международной конференции была принята, которую организовала Ассоциация научных редакторов и издателей, и конференция была посвящена научным изданиям международного уровня и решению проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций. Собственно, в ходе конференции выяснилось, что проблем не просто много, а очень много, и разное у людей понимание научной этики, и более того, не все даже согласны были с тем, что ее следует принимать во внимание, поскольку, ну, жизнь такова, что неэтичное поведение целесообразно, а этичное как раз оно, может быть, и не очень-то нужно, говорили пришедшие на конференцию.
Поэтому стало очевидно, что нам необходим, с одной стороны, совет, который поможет все-таки поставить границы и объяснить, где пол, где потолок, что можно, что нельзя. Кроме того, будет вести просветительскую деятельность и делать вебинары, переводы стандартов зарубежных и разрабатывать отечественные стандарты. И, кроме этого, совет занимается выполняет рекомендательную функцию. Здесь мелкий слайд, но он относится к декларации по этике научных публикаций. Там указано, что признается этичным, что неэтичным. Все эти данные вы можете посмотреть на сайте ANRI. Кроме того, вы можете там же ознакомиться с положением о Совете по этике и узнать о его функциях, о его возможностях больше. Также для авторов мы специально подготовили, ну и не только для авторов, и для самих изданий, регламент для обеспечения соблюдения принципов публикационной этики. Поскольку ситуация такова, что бывает так, что автор обнаруживает, что его текст был использован другим автором, или редакция получает текст, который она обнаруживает, плагиат, и многие другие спорные ситуации сталкиваются с фальсификациями, фабрикациями, и дальше непонятно, что делать, и кому идти, и как защитить авторское право, как защитить честь и достоинство автора. И мы призываем, собственно, сообщать в совет о тех нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы мы могли помочь разобраться. Почему мы призываем обращаться именно в совет по этике научных публикаций? Ну, поскольку если сразу информация опубличивается, раздуваются скандалы, и потом выясняется нередко, что было недопонимание, недоразумение, это удар по репутации, серьезный по изданию и по людям. Собственно, думаю, к этому стоит бережно относиться, поэтому совет действует в интересах всех участников процесса и старается быть беспристрастным, объективным. На сайте вы можете ознакомиться также с мерами, которые принимают совет, и с правами совета, что мы можем делать, в какой мере мы сотрудничаем с базами научной информации. Особенно это актуально как раз в связи с темой сегодняшней встречи по редагированию данных из баз научных информаций. Также совет призывает изменить политику редакции в случае обнаружения недобросовестных, как минимум, плагиата, недобросовестного неэтичного поведения. Раньше практика была такова: если обнаруживался плагиат в редакции, редакция, собственно, отказывала автору, на этом история заканчивалась, не было никакого логического продолжения. И это приводило к тому, что плагиат продолжал распространяться, и в этом издании не пошло, он мог пойти в другом издании. А на самом деле такие практики, они должны быть остановлены, и остановлены они могут быть следующим образом. Мы предполагаем, что должно быть сделано 4 шага. Первый — это информирование автора о факте обнаружения плагиата. Второе — информирование работодателя или грантодателя автора о факте обнаружения плагиата. И уже после этого выполняется проверка всех предыдущих работ автора на предмет наличия плагиата. И после этого вы можете обратиться за помощью к совету, и мы будем содействовать ретрагированию таких материалов из баз научной информации. Но, собственно, пока нет у нас интенсивного взаимодействия между учеными, авторами, издателями. Вот эти мошеннические практики, в чем-то их останавливает Диссернет, где-то их удается обнаружить, но думаю, что они гораздо шире и гораздо серьезнее, чем мы сегодня можем наблюдать на примере Диссернета. Поэтому необходимо, конечно же, ваше участие, ваша обратная связь. Благодарю за внимание и всегда готова ответить на вопросы, которые у вас возникают. Касаются ли они именно вопросов о поведении, этично это, не этично? Я вижу, уже поступают вопросы, которые как раз и можно, наверное, адресовать
в Совет по этике, поскольку это вопросы очень непростые. Вот в частности, Евгения Панова спрашивает. И интересно, что мы до начала вот этого эфира буквально этот же вопрос обсуждали. Как бороться с авторами, которые отправляют одну и ту же статью сразу в несколько журналов? Проверка в системе антиплагиат в данном случае ничего не дает. Тут еще важная такая тонкость, что вообще одной из задач Совета по этике, мне кажется, должно быть разграничение. То есть вот недобросовестные практики со стороны авторов и недобросовестные практики со стороны журналов. Да? Потому что, например, если кто-то заметил недобросовестную практику, опубликованную в каком-то журнале, и написал в этот журнал, журнал что может сделать? Он может, и в принципе, вероятно, должен ответить написавшему и сообщить о своем решении, да, что журнал предпринял. И это будет этичное поведение журнала. Да? Но если журнал не отвечает, то тогда совсем непонятно, что делать. Да? И мне кажется, как раз это будет один из тех случаев, когда Совет по этике может быть очень полезен. Вот тут сразу два вопроса к вам. Спасибо за вопросы. Безусловно, даже не только авторы, не только журналы могут неэтично себя вести, но целые издательские дома. И, то есть, эта практика может быть очень широкой. И то, о чем говорила Андрей Африканович, когда рассказывала, журналы спамер, в которые попадают авторы или авторы, отправляя статью, вдруг им предъявляют какие-то счета или там, требования, которые не были заявлены. Это все те ситуации, с которыми работает Совет по этике. Что касается верной рассылки, безусловно, на этапе, когда такая рассылка происходит, само издание мало что может сделать, но, во-первых, оно может заявить в своей политике, что данная практика является недобросовестной, и в случае, если с ней сталкивается данное издание, то ваша статья будет ретрагирована и из журнала, и из баз научной информации. Ну, такое некоторое предупреждение, и этот пункт может быть включен в договор. В дальнейшем, если факт рассылки недобросовестной публикации такой обнаруживается, то ретрагирование идет из всех изданий, которые включили данный текст. Справедливо это или нет по отношению к автору? Ну, я думаю, что это будет достаточно травматично, но всегда есть шанс так не делать, собственно. Поэтому иначе придется нам выбирать, какое издание должно проходить процедуру ретрагирования, а почему это, а почему не это. Ретрагированию подлежат все тексты автора, которые являлись предметом верной рассылки. Спасибо, да, спасибо большое. Ну, давайте вот, давайте мы будем реагировать оперативно на вопросы, да, по мере их поступления, чтобы потом нас не завалили в какой-то момент, и мы не запутались. Потому что вопрос, значит, вот от Александра Грищенко, он скорее к Андрею Африкановичу. На каком основании вы включаете в показатели нечистоплотности журнала такой пункт, как, и кавычки, некоторые авторы красочных диссертаций, публиковавшие свои статьи в журнале? Разве журнал рассматривает не качество статей, а персоны автора? Разве автор, некогда засветившийся в диссернете, не может спустя энное количество лет написать и опубликовать достойный текст? Вот такая ремарка. Что вы бы сказали? Ну, во-первых, здесь глубокое недопонимание со стороны Александра, который спрашивает. Я ему уже 3 раза это объяснял, между прочим. Не те статьи, которые там через 5 лет автор прислал, возможно, теоретически, рассматриваются в данном случае, а только те, которые автор опубликовал по теме диссертации во время защиты диссертации, указал в автореферате. Если диссертация полностью списана, что мы можем ожидать от великой научной работы того автора, который допустил фальсификацию своих научных степеней? В общем, собственно говоря, ничего не можем ожидать.
И потом это не такой вот признак, что вот если журнал опубликовал один такой случай, что да, ну это скорее всего такая справка для журнала. Но мы, я показывал это, что есть журналы, которые, в которых такие авторы в очередь стоят. И журналы эту очередь обрабатывают хорошо, и очень они их хорошо принимают гостеприимно. Сотнями буквально. А есть журналы, в которых таких авторов поискать еще надо. Так вот, мы смотрим на те журналы, где, вот, которые в таком конвейерном способе принятия таких авторов участвуют, а не там, где эти авторы случайно попались на уровне, так сказать, там, единиц каких-то. Ага, спасибо, спасибо. Ну, пока неотвеченных вопросов больше нет. Владимир, вы не хотите прокомментировать как-то вот, вот такой, очень, с моей точки зрения, такой яркий анонс вот, этического комитета нашей Анри? Нашей деятельности? Да, да, да. Да, да. Ну, потому что это же очень важно, но есть, есть определенный мировой опыт в этом отношении. Просто, наверное, имеет смысл прокомментировать, потому что мы... Ведь, наверное, Совет по этике Анри, он же то, что он делает и собирается делать, это же не на пустом месте. Ну, конечно. То есть это вызвано действительно необходимостью. И, собственно, когда создавалась ассоциация, то как раз эта задача была одной из первых, которая рассматривалась. И Совет, по-моему, был, если учесть, что у нас несколько секций уже создано, что Совет был создан первым как структура ассоциации, потому что... В общем, важность этой задачи мы уже давно понимали. Кроме того, мы, конечно, очень тщательно подходили к отбору членов в этот совет. И до сих пор подходим. И у нас статусные ученые, которые, собственно, уже тоже в этом направлении работают. И мы надеемся, что, в общем, будет и дальше такое активное их участие в совете. Кроме всего прочего, мы, конечно, собираемся выходить на международный уровень, потому что, то есть, мы пользуемся стандартами международными Комитета по публикационной этике, по издательской этике КОПЭ. И, в общем, для нас это было первое руководство к действию, эти стандарты и кодексы. Мы их перевели, и я думаю, что даже комитет по этике их вскоре разместит на своем сайте, как они китайские переводные материалы переводят, разместили. И что еще могу сказать, что, конечно, кто-то должен работать в этом направлении. Конечно, мы видим комплекс проблем. И еще хочу сказать, что спасибо, во-первых, Диссернету, потому что первые же признаки, которые мы, недобросовестных журналов, даже тех, которые у нас уже в ассоциации состоят, видно результат. То есть видно результат, видны действия, видна информация о том, какие предпринимаются шаги, и начинаем как бы информировать людей о вот том, о чем они, может быть, даже и не предполагали, что это не так, что это неправильно. И до сих пор есть, и мы свидетели тому, что чаще всего не понимают авторы, почему нельзя делать веерную рассылку, почему нельзя одновременно публиковать одну статью с одним и тем же результатом. Авторы считают, что да, это легко, это очень важно, очень разное, как говорится, объяснение, вплоть до юридической основы, что самоцитирование стопроцентное – это законно, почему, если нас копируют, то почему мы не можем заниматься самоцитированием. Значит, просто есть совершенно определенные понятия о том, что такое научная публикация. И я думаю, что от этого, собственно говоря, и надо исходить, потому что научная публикация, она должна быть и научный журнал,
И он будет только тогда авторитетным, когда он публикует оригинальную научную информацию, и когда он оригинальный результат исследования. Если это уже где-то повторилось, значит, это уже не научное, как бы, то есть это уже дайджест, да, это уже не оригинальная публикация. И это, конечно, понимание у нас у авторов отсутствует. Что касается мер по тому, как мы можем это помочь, то да, по-разному подходят журналы, которые с этим уже сталкиваются. То есть кто-то ретрогирует, ну, ретрогирует обязательно. То есть что такое ретрогирует? Значит, отзывают статью от публикации. Это оформляется в статье в самой, и это оформляется в следующих номерах журналов. И что еще к этому? Они, да, в следующий раз этот журнал этого автора не примет, статью от него не примет. И, конечно, я думаю, что постепенно вот это понимание придет точно так же, как постепенно приходит понимание к тому, где не надо публиковаться. Но для того, чтобы знать, где не надо публиковаться, нужна информация. И, в общем, мы такую вот комплексную задачу помощи всем, да, всем, кто участвует в публикационном процессе, собственно, это задача нашей ассоциации, нашего совета по этике. Ну, отлично. Значит, теперь нам показалось, что было бы очень полезно вот от таких рассуждений прийти к конкретным примерам того, потому что некоторый опыт отзыва научных публикаций в России уже есть. И вот мы попросили Руслана Сагитова, который является главным редактором объединенной редакции издательства «Медиасфера», вот этот опыт обобщить и показать, а как вот технически, с технической стороны происходит вот тот отзыв, о котором мы сейчас рассуждали. Потому что для, я подозреваю, что для многих сегодняшних слушателей это пока абстракция, хотя они могли, конечно, слышать о подобном зарубежном опыте. Пожалуйста, Руслан. Спасибо, Савелий Ильич меня представил, поэтому сразу перейду к сути сообщения. Вот те случаи ретракции, которые мне удалось выудить в базе данных PubMed простым гуглением на предмет обнаружения ретрогированных статей. И речь идет о статьях, опубликованных в российских журналах. Как вы видите, кейсов, случаев не очень много. 8 статей в 5 журналах. Первый такой всплеск в 2009 году. Далее 2013 и 2016 год. Вот случай, о котором расскажу подробно, это ретракция статьи в журнале «Хирургия». Я не стану утверждать, что не было истории ретракции до 2009 года, но надо сказать, что в информационном поле эти случаи, по всей видимости, не обозначились. Вот к вопросу о незнании часто редакторами или редакциями, что же делать в случае обнаружения того или иного случая нарушения публикационной этики, нами был разработан и выложен для обсуждения в блоге «Публикационная этика и научное рецензирование», куда я вас всех приглашаю, вот такой документ о том, каким образом следует или должна или может поступить редакция в случае, если выявлен случай плагиата. О нем сообщили авторы, рецензенты, либо сами редакторы. В этом документе, который вы там найдете, там, в общем-то, предложен алгоритм ретракции. Он не так, чтобы совсем нов, за основу взят документ КОУП о действиях, которые следует предпринять в отношении статей, в каком-то смысле присвоен статус неэтичное. Вот по какому пути мы пошли, ретрогируя статью из журнала «Хирургия». Пошагово это получение информации по результатам проекта Диссернет, получение информации о том, что определенная статья имеет
практически полное заимствование текста и, что особенно важно, данных и выводов. Эта информация была проанализирована статья, так называемый донор, проанализированная конечная статья, которая, собственно, попала в поле зрения интернета. Было сделано заключение, это заключение передано редакционную коллегию журнала «Хирургия». Журнал «Хирургия», редакционная коллегия сообщила об этом случае, собственно, авторам, попросила у них разъяснения. Эти разъяснения были получены, но в конечном итоге они не удовлетворили редакцию, и было принято решение о ретракции данной статьи. Это решение было оформлено. Вот здесь вы можете видеть, собственно, заключение по результату экспертизы. В этом заключении есть важные блоки о том, что, во-первых, указывается и статья реципиент, и статья донор. Указывается, о каком варианте нарушения этических правил идет речь, о том, какой инструмент использовался для обнаружения или кто обнаружил, на основании каких данных сделаны эти выводы. И далее редакции предлагаются варианты действий по поводу данной статьи. Ну, а вот то, что было предпринято, собственно, в самой редакции, это в текущем номере, уже в следующем номере, после получения и решения редакционной коллегии о ретракции, было опубликовано сообщение редакции об отзыве этой статьи. Это сообщение было продублировано на электронном ресурсе редакции. Соответствующие пояснения или отметки вы можете видеть на этом слайде. Ну, а вот так вот выглядит, собственно, титульный лист ретрагированной статьи. Этот титульный лист добавляется, естественно, уже после решения редакции. Этот титульный лист заменяет тот оригинальный, который был в исходной статье. И здесь вы можете там наискосок слева направо, справа налево делать. Это совет редакторам. Важно, чтобы информация о редакции была явной, очевидной, а не записана мелким шрифтом где-нибудь в уголочке. Собственно, здесь история со случаями, которые удалось обнаружить, проанализировать. Ну, их можно было бы обобщить, и вот что на поверхности, это то, что случаи редакции наблюдаются до сих пор наблюдаются в единичных относительно хороших российских журналах. Далее, что небольшое число ретрагированных статей мы имеем на сегодняшний день, и в числе причин ретракции преобладают заимствования. 6 из 8 случаев – это именно повторная публикация, либо плагиат. Вот как с этим обстоят дело? Тут небольшой экскурс в зарубежную мировую практику. Как с этим обстоят дело в зарубежных журналах? А вот в журналах более или менее, назовем это, приличных, с импакт-фактором, вы можете видеть первую, вторую позицию, более 2 или более 9, от 64 до 82% журналов с высоким импакт-фактором хотя бы раз публиковали ретракцию по одной статье, которую они, собственно, разместили на своих страницах. А вот если взять более широкий контекст, это база данных Web of Science, надо сказать, что это, в принципе, достаточно высокого качества журналы фигурируют в этой, индексируются в этой базе данных, то это около 10% всех журналов, которые хотя бы раз имели историю ретракции статей. Ну, тут вы еще можете видеть о том, что политика в отношении редакции статьи есть не у всех журналов, и я более чем уверен, что это характерно и для российской действительности. А вот что можно сказать на основании данных по российским журналам. В ядре ВИНС, как мы знаем, ну, во всех случаях, эта информация на сайте библиотеки представлена, 652 журнала. Если следовать принципу, что как минимум 10% журналов должно, я поясню, что значит должно иметь историю ретракции, то как минимум 65 российских журналов из ядра РИНС должны иметь эту историю. А в действительности я уже это говорил, их имеет только вот 5 журналов. А должно это значить, что это некое теоретическое ожидание. И в это ожидание, в эту тенденцию, в этот тренд входит, собственно, мировой пул журналов, ну, в данном случае в качестве основу взял Web of Science. Вот теперь к вопросу
о количестве, о доле ретрогимовых статей в общем потоке. Вот я уже говорил, что мне удалось обнаружить только 8, а вот как это, как распределение по доле ретрогированных статей среди общего пула статей, которые были размещены, проиндексированы в Web of Science. Видно, что большинство журналов имеет, сразу скажу, около 12% в данном случае не журналы, а области знания, то есть категории Web of Science. 201, если точнее, категории из 244 имели хотя бы одну историю ретракции, 12% не имели вообще никакой, ну, большинство имели уровень ретракции, доли статей ретрогированных не более 0,5%. Ну, фактически получается, что вот по всем данным Web of Science, это 0, это не мои данные, это данные, опубликованные в 2012 году, зарубежным коллегам, всего отозвано 0,2% или 2 из 1000 статей отзывается. Это, условно говоря, норма, или если перевести на другой язык, то 1 из 500 статей отзывается. Вот ниже данные по сила, наверное, правильно это, если его так назвать, это сайло. Да? Это база данных, условно, латиноамериканских стран. Она зарегистрирована в Бразилии, но туда входят практически все страны Южной Америки. Вот по данным, которые представлены для этой базы данных, 1 на 20 тысяч статей ретрогируется. Вот по моим прикидкам, ну, цифра может, на самом деле точная цифра может не 400, а 300 или даже 500, но суть это не меняет. Вот что мы имеем на сегодняшний день в ЛИНС, 1 на 400. Я оставлю без ответа этот вопрос, сколько же всего статей следовало бы ретрогировать, и ожидаемо должны были выйти ретрогированы, но мы слышали данные про 1500 статей из 30 тысяч, которые были пропущены через Диссернет. Это получается, по моим прикидкам, каждая из 20, одна из 20 статей вот, в российской действительности, должна быть ретрогирована. Но надо учесть, что там еще не вся медицина, возможно, ситуация изменится и, к сожалению, к лучшему. Этот слайд вы уже видели, эти данные, опять же, наиболее полная аналитика по ретрогированным статьям. Web of Science частично проанализировали, сопоставили с PubMed. Каковы причины ретракции? Но я сделаю акцент на следующем. Вот повторные публикации и плагиат – это 37%. Нам сказать, что эта цифра, каждая третья причина ретракции – это вот, недобросовестная публикационная практика. Это данные по PubMed, такие же, то есть каждая третья. А вот 40% – это на самом деле нарушение не публикационной, а исследовательской практики. И если вы вспомните, что, а я вам напомню, что 6 из 8 публикаций ретрогированных российских, это вот именно те 37, а не те 42, надо сказать, что структура причин ретракции научных статей в России, она, мягко говоря, не совпадает с зарубежным. И я предполагаю, что плагиат – это то, что можно очень быстро обнаружить, и волну таких обнаружений мы, по всей видимости, в скором времени не увидим. Но что действительно сложно обнаружить, и на мой взгляд исследователя, это более важно, чем ретракция по причине нарушения публикационной этики, это ретракция по причине нарушения исследовательской этики. А их как раз таки на сегодняшний день нет. А это более, ну, как минимум половина из того, что можно ретрагировать. По структуре ретракции научных статей мы, в принципе, попадаем, хотя, конечно, по 8 ретракциям говорить о том, что наша структура соответствует, довольно сложно, но видите, что за рубежом, ну, данные Web of Science в перемешку с PubMed, это, главным образом, медицина, химия и в целом науки о жизни. Таким образом, на основании всего того, что я вам сегодня показал, я хотел бы сделать, на мой взгляд, достаточно очевидный вывод. Это то, что на сегодняшний день мы имеем несоответствие между наблюдаемым, теоретически ожидаемым, числом российских научных журналов с историей ретракции, числом ретрогированных статей и, по мне, что очень важно, это со структурой причин ретракции. Да, спасибо за внимание. Ну, тут вот надо отметить, что
вот та огромная работа, которая проведена и проводится Диссернетом, судя по всему, она выявляет, это только как бы вершина айсберга научной недобросовестности. И надо сказать, что с точки зрения, если мы считаем, что смысл и задача науки стремление выявить истину, то все-таки наибольшим грехом против истины является манипуляция, конечно, с научными данными. То есть фабрикация, фальсификация, скажем, там много еще других разновидностей. Например, отказ от публикации результатов, если, например, они не очень секси, как говорят. То есть, например, результат нейтральный, нулевой какой-то, да, и гипотеза, например, не подтвердилась, да, то значит, авторы могут сказать, что, скорее всего, цитировать не будут, это никому не надо. То есть, есть более тяжкие, конечно, нарушения. И, в принципе, вот в мировом сообществе вот вещи, связанные с манипуляцией научными данными, то есть фальсификацией, фабрикацией данных, они, конечно, караются наиболее строго. То есть это, в общем, если такое выявляется, то это конец научной карьеры, это безоговорочно. Другое дело, что обнаружить вот такие вещи, конечно, намного, намного сложнее. Вы знаете, я тут посмотрел кое-какие публикации, вот был проведен мета-анализ исследований. Исследования это какие? В основном опросы. Конечно, это не лучший метод, но другого у нас нет. Да? Вот мета-анализ опросов разных ученых о том, а как часто, по их мнению, вот такие тяжкие нарушения в виде манипуляции с научными данными, как часто встречаются. И вот когда авторы говорят о своем опыте, то есть о своей собственной практике, то они говорят, что да, вот где-то примерно 2% ученых говорят, что да, грешны, но это анонимная история, да. Примерно 2% анонимно признаются в том, что когда-либо манипулировали научными данными. Но когда их спрашивают, а как вы считаете, вот в практике других исследователей, как часто это встречается, то эта цифра возрастает сразу до 14%. То есть, вообще говоря, даже тяжкие нарушения вот такой публикационной этики. Другое дело, что они, конечно, не вскрываются. Да, потому 14% это очень много. Я просто хочу добавить, так как Руслан, в общем, пример приводил на PubMed и Web of Science, да, ну и Ринц, естественно, то я еще по скопусу хочу добавить, что, в принципе, так как я, как говорится, хорошо знаю эту базу, и мне было тоже интересно, как там отражаются статьи, которые были ретрогированы, и хочу сказать, что там десятки тысяч статей ретрогированных. Причем они не исключаются, то есть описания остаются. Но если ты эту статью находишь, то под ней есть вторая информация из этого же журнала о том, что она ретрогирована по такой-то причине. То есть вот эти заметки, которые публикуются в журналах по ретракции, да, они тут же, в общем-то, и тоже как статья ноутс, да, которые рассматриваются на уровне статей. То да, есть, и в базе данных эти записи доступны. В базе данных эти записи доступны. Они не... Полный текст остается? Нет, в базе нет полного текста, да, поэтому мы этого не видим, а описание остается. Вот. И еще хотела сказать, что, может быть, мы придем, ну вот сейчас Геннадий Олегович выступит, может быть, мы придем к тому, что мы будем делать какую-то подобную базу данных, это и Совет по этике будет обсуждать, по аналогии с Retraction Watch, да, то есть есть такая база данных за рубежом, которая включает как раз вот эти вот все, объединяет ретрогированные статьи и их и объяснение, почему они ретрогированы. И это, конечно, говорит о том, что международное сообщество очень большое внимание этому уделяет. То есть эти случаи есть, они везде есть, да, мы не одиночны,
в своих нарушениях, да, не одиноки, и поэтому как бы как это существует в международной практике, я думаю, для нас это, в общем, очень хорошие примеры могут быть. А можно вот я вас спрошу? Вот предположим, кто-то из читателей или, ну, неважно, кто-то, значит, обнаружил такую ситуацию. Вот журнал, который, по мнению читателя или того человека, который обратил внимание, значит, содержит признаки недобросовестного поведения. И вот он, значит, пишет этот журнал, значит, вообще не реагирует или реагирует как-то неадекватно. Вот если такая информация, значит, попадет, например, журнал, например, в базе данных Scopus, вот вы как специалист, вот Scopus на такую информацию о журнале будет как-то реагировать? Да, будет. Но я вам просто хочу сказать, что это, в общем-то, проблема сейчас по поводу длительности этого процесса. То есть они реагируют, у них есть процесс re-evaluation, есть такая система радар, так называемая, на которую они берут журналы вот эти с подозрительной практикой, ну, подозрительные журналы, да, они не исключают это сразу однозначно. Но они в течение года они приостанавливают индексирование, его, на чем попадаются наши авторы, когда плохо выбирают журналы. Они прекращают индексирование. Когда пошла информация о том, что журнал где-то что-то нарушает, индексирование прекращается, но информации о том, что журнал исключен, нету. И в течение года они изучают его поведение, как бы, да, то есть они смотрят, они его предупреждают, что вот у него такие-то нарушения, и только через год, если он ничего не изменил, они тогда его будут исключать. Вот. И поэтому вот, они, да, любая информация о том, что журнал нарушил, точно так же, как и наши журналы. То есть наши журналы с этой точки зрения, почему они так требуют очень тщательно прописывать не только раздел по этике на сайте, да, который должен представлять информацию для всех, да, насколько правильно действует журнал. Ой, эта информация сейчас у всех, да, везде есть. Она там стандартная, да, но да, там еще есть куча других признаков. Вот иногда они не принимают журнал даже, да, для рассмотрения, если просто, да, не только вот только есть раздел, но он такой, ну, какой-то такой незначительный. Но есть еще и другие признаки добросовестной практики на сайте. Должны быть лицензии прописаны и так далее. Да? Если это открытого доступа, то это должно быть четко прописано именно плата, да, за публикацию, как, за что взимается и так далее. То есть там очень много таких требований, которые журнал должен выполнить. А вот, знаете, такой интересный просто вопрос. То есть есть недобросовестные практики, а есть просто как бы то, что называется хорошие или лучшие, да, к которым относятся, ну, например, степень открытости информации внутренней, так сказать, журнальной. Ну, например, многие журналы, хорошие журналы, они публикуют информацию и обязательно и о том, когда статья получена, и да, когда принято. После рецензирования, до рецензирования. Про рецензирование ничего не говорим. Нет, мы сегодня не успеем про это отдельная история. Это отдельная тема. То есть информация, значит, когда она было принято решение о ее публикации, когда опубликована. Среднее время рассмотрения. Да, то есть, да, то есть нельзя сказать, что отсутствие этих данных – это недобросовестная практика, просто это как бы отсутствие хороших практик. Вот на такого рода вещи, там, скажем, обращают внимание? Обращают, конечно, особенно когда рассматривают журналы, да, конечно, обязательно. Вот этот период бэклог, как называется, да, прохождение между подачей статьи и до публикации, обязательно, если там, ну, ведь наши журналы иногда на английском сайте не пишут, а на русском они все четко пропишут, через два дня они вам опубликуют этот журнал, эту статью. Что тоже подозрительно. Да, ну, то есть долго плохо и быстро тоже, а быстро подозрительно. Неделя – это очень подозрительно. Ну да. А долго это… Не успеют обработать, да, конечно, потом, да, особенно, да, отрецензировать.
Так что так много признаков. Но если это только начало, то, что мы сегодня рассматриваем. Ну, это разумеется, да, да, да. Ну, да, да, у меня такое обращение, что ли, к коллегам-редакторам. Надо просто понимать, что на сегодняшний день наличие ретракции – это хорошая практика, это хороший признак, да, качества вашего журнала, то, что вы работаете над своим журналом. Поэтому не следует воспринимать сам факт, эпизод ретракции, как нечто, бьющее по репутации, наоборот. Да. И в этой связи подчеркивают многие, что уровень ретракции статьи он недооценен, то есть количество статей, которые необходимо ретрагировать, их гораздо больше. То есть есть на что обратить внимание. Ага, понятно. Да, скрывать этого не надо. Да, надо, то есть, наоборот, здесь нет ничего. Да, видна, да, видна работа редакции. Ну да, да. То есть, известный факт, что... То есть это значит, добросовестный журнал старается бороться с недобросовестностью каких-то отдельных авторов. Конечно. Да, то есть на репутацию журнала это негативным образом... Не влияет. Никаким образом не влияет. Не влияет, да, понятно. Ну хорошо, а значит, теперь вот мы, значит, знаем, уже немножечко знаем о том международном опыте, который существует. Вот. А теперь интересно, значит, узнать о позиции в отношении ретракции, значит, e-library и отношение к тем журналам, которые как бы зарекомендовали себя в качестве недобросовестных. Пожалуйста, Геннадий Олегович, вот вам слово. Спасибо. Ну, действительно, поскольку российский индекс научного цитирования и вот научная интернет-библиотека занимается сбором и систематизацией всех российских научных журналов, то есть мы имеем их все, собственно говоря, в единой базе данных, то, наверное, мы, наверное, лучше всех представляем себе масштабы вот этих проблем, да, которые мы сегодня только начали, на самом деле, затрагивать. Потому что здесь действительно целый комплекс, это и мы говорим и про нарушения различных участников процесса, да, и ученых, и издателей, и редакторов. И здесь много участников, и практически везде есть какие-то вещи, над которыми нужно задуматься. Вот, вот вы видите эту картинку, да, здесь, ну так образно, да, значит, вот те люди, которые в центре, да, это те хорошие журналы, которые пытаются на самом деле выжить в этой ситуации, да, поскольку становится все сложнее. Действительно, огромная масса журналов появляется, которые, ну, действительно, клоны. Это журналы, которые, в общем-то, один на другой похож, как две капли воды, не имеют ни своей души, ни своего какого-то стиля, да, какой-то, ну, не приносят ничего нового, скажем так. Сообщества научного никакого не поддерживают. И они действительно наступают. То есть бороться вот с этой серостью становится, в общем, все сложнее. Ну и, может быть, еще лет 5 назад, да, мы не так серьезно об этом задумывались. Мы, в общем-то, поскольку выполняем чисто техническую функцию, да, по сути, вот библиотека, которая собирает всю информацию, которую российские ученые генерируют, да. И мы всегда говорили, что ну, хорошие там публикации или плохие, хорошие журналы или плохие, это должно само научное сообщество регулировать. То есть должна быть какая-то такая функция у научного сообщества, которая саморегулируется вот в этой области. Но, к сожалению, пока такого не происходит, мы видим на самом деле катастрофическое увеличение журналов и публикаций и катастрофическое падение качества публикаций. Вот. Но вот те шаги, которые мы сегодня видим, да, и коллеги вот из Диссернета, и из Анри, и из Совета по этике, как раз это вот и есть вот те первые, может быть, шаги в направлении саморегулирования научного сообщества, которые предпринимаются, и наша задача здесь всемерно этому содействовать. Ну вот давайте посмотрим на эту диаграммку. Здесь показано, сколько всего журналов издавалось в России, вот, там, начиная с 70-го года прошлого столетия.
И мы видим, что вот более-менее стабильной была ситуация до 90-х годов, и потом пошел резкий взлет, да, и эта картинка, она, в общем, продолжается. То есть фактически сейчас каждый год у нас появляется около 300 новых научных журналов. То есть если задуматься, то каждый день в России рождается научный журнал. Вот мне как директору библиотеки приходится там регулярно там подписывать новые лицензионные соглашения на журналы, которые размещаются в НЭП и в РИНС. И, честно говоря, учитывая, что хороший-то журнал мы все уже практически выбрали, то, что сейчас приходит, вот большое желание уже, ну, по крайней мере, половину сразу отправлять в мусорное ведро, потому что даже достаточно иногда посмотреть просто на название, это все какие-то международные журналы обо всем на свете, и уже понятно, что это, к чему это все идет. Так вот, значит, из этих 6000 журналов, которые на данный момент уже издаются в России, конечно же, есть журналы разного уровня. Но вот здесь, на этом слайде, мы примерно сделали оценки. Скажем так, немножко их разбросали по таким уровням, да. Ну вот, по нашим представлениям, журналов действительно достойных международного уровня, их не так много, порядка 300 журналов, ну, скажем, национального уровня или журналов, где не стыдно публиковать там материалы для докторской защиты. Да? Это порядка 500, ну, плюс 300, естественно, это как бы не пересекается. Да? Журналы среднего уровня, ну, скажем так, условно, опять же, где не стыдно публиковаться при защите докторской диссертации. Ну и вот два нижних уровня – это вот потенциально те журналы, над которыми нужно уже работать, в том числе и научному сообществу. Ну вот с двумя звездочками – это журналы начального уровня. Ну, такие журналы, в общем-то, понятно, что в какой-то степени нужны, и какое-то количество их, безусловно, должно существовать, поскольку ну, ученые не сразу формируются и становятся там ведущими специалистами, как-то они должны расти, студенты, молодые ученые, аспиранты где-то должны публиковаться, но важным фактом остается то, что эти журналы должны играть по тем же правилам, что и, в общем-то, ведущие, в том числе международные журналы, то есть там тоже должно быть рецензирование, должна быть совершенно четкие правила, в том числе и при оформлении, и проверки на плагиат. То есть это должно быть, в принципе, полноценный журнал, но, может быть, с более низкой планкой при рецензировании поступающих рукописей. Ну и, наконец, вот самая нижняя градация – это журналы, которых тоже довольно много. По нашим оценкам, это порядка 1000 номинований. Это, на наш взгляд, журналы вообще, которые нельзя отнести к научным. Ну, скажем так, научный или ненаучный журнал – это вопрос достаточно философский. На наш взгляд, самое простое, да, определение, которое отличает научный журнал от ненаучного – это наличие как раз вот экспертной составляющей в журнале. То есть наличие рецензирования, оценка публикаций, именно научная оценка качества публикаций и отбор их в соответствии с критериями конкретного журнала. Вот. Так вот, по нашим представлениям, примерно 1000 журналов из этих 6000 такой работы не проводят вообще, хотя, естественно, все заявляют, что рецензирование есть, что оно существует. Проверить это довольно сложно автоматически, по крайней мере, потому что понятно, что для этого нужно иметь эти рецензии и наблюдать, причем не просто запросить там 2-3 рецензии, конечно же, напишут, а реально контролировать весь этот процесс. Но, тем не менее, анализ качества этих журналов, вот он говорит о том, что там не то чтобы рецензирование, а даже часто вообще не просматриваются эти тексты ни на предметы там ошибок, каких-то глупостей и так далее. Что мы планируем в результате делать? Вот совместно, я думаю, что и с коллегами, которые тоже сейчас этой проблемой очень серьезно занялись. Ну вот некоторые шаги, которые мы будем предпринимать. То есть
Здесь шаги и связаны с ретракцией отдельных публикаций, то есть отдельных статей. Это могут быть не только журнальные статьи, это и другие типы публикаций. И с ретракцией уже целых журналов или целых, скажем, сборников, там, трудов, конференций и так далее. Поскольку мы уже говорили, что нарушения могут быть разные, если это нарушение автора, да, то, наверное, журнал, в общем-то, здесь не виноват, тем более, если он своевременно это обнаружил и решил, что эту статью нужно убрать. А вот если это уже целенаправленное нарушение идет на уровне самой редакции, используя какие-то вот недобросовестные практики, то здесь уже вопрос ставится об исключении журнала целиком. И мы знаем, что такая практика есть и в зарубежных базах научного цитирования. Первым это начали применять Web of Science. Несколько лет назад к этому процессу подключился Scopus. Ну и, собственно говоря, вот, наверное, пришла пора и РИН с этим заняться, поскольку, еще раз повторюсь, процесс, скажем так, переходит уже в стадию хроническую. То есть требуется, ну, по сути, уже хирургическое вмешательство для того, чтобы проблему решить. Итак, ну, понятно, что прежде чем какой-то журнал исключать из РИНС, а именно этим мы и хотим заняться, мы должны каким-то образом оценить, отобрать эти журналы. Процесс этот, на самом деле, не такой простой и очевидный, поскольку, конечно же, многие из этих журналов очень старательно мимикрируют и притворяются вполне достойными журналами. То есть, если мы будем действовать по каким-то формальным признакам, то вряд ли мы такие журналы сможем отсечь, поскольку как раз у этих журналов с формальными критериями все в порядке. У них все, что надо, есть, везде они зарегистрированы и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно же, идет в первую очередь оценка экспертного сообщества. Хотя, надо сказать, что, конечно же, анализ совокупности различных формальных факторов, ну, формальных – это те, которые мы можем, скажем, автоматически или каким-то образом посчитать, проверить, собрать какую-то достоверную информацию и проанализировать. Он тоже дает, в общем-то, неплохой результат. И мы тоже это используем. Что я имею в виду? Что, конечно же, есть целый ряд признаков, которые, может быть, каждый сам по себе не настолько серьезен. Ну, например, там, взимание денег за публикацию. Да? Ну, вроде бы как-то, ну, все так или иначе как-то там деньги зарабатывают, какие-то деньги за что-то берут, там, не знаю. И сам по себе этот признак, может быть, не является признаком прямо действительно плохого журнала. Ну, но, извините, но журналы открытого доступа построены, они не могут без этого существовать. Более, конечно, есть модель, когда журналы просто берут реальные деньги за публикацию, и тут ничего не скажешь, да? Поэтому, но вот, скажем, если проанализировать совокупность вот таких факторов, у нас таких критериев выбрано около 30, которые мы анализируем, то есть по каждому журналу мы собираем, значит, эту информацию и вот, значит, в определенную табличку это накапливаем. То есть порядка 20 вот таких, скажем, формальных признаков и около 10 там наукометрических показателей, которые тоже на самом деле в совокупности дают показательную картину. Вот, все это проанализировав, уже становится действительно более понятно, какие журналы действительно стоит просто исключать из РИНС. Каким образом это будет делаться? Мы, поскольку eLibrary – это и платформа полнотекстовой информации, и, собственно говоря, российский индекс научного цитирования, мы будем оставлять эту информацию на платформе eLibrary. То есть, скажем, если у нас есть журнал, там полнотекстовая информация размещена, она будет, не будет удаляться, скажем, из базы данных. То есть это означает, что все желающие могут ознакомиться с этой информацией и впоследствии. Но у этих журналов будет сниматься статус, что журналы индексируются в РИНС. Это означает, что не будут учитываться эти публикации, то есть публикации в этом журнале, при расчете любых наукометрических показателей, в том числе и для ученых, и для организаций научных. Не будут учитываться ссылки из этих журналов,
опять же, при расчете их показателей. То есть журналы как бы есть, но для наукометрических показателей их как бы и нет. Мы надеемся, что на самом деле только вот этим шагом уже отчасти удастся выбить почву вот из-под, скажем так, вот этого, ну скажем так, сомнительного бизнеса, да, по созданию таких журналов, а он, в общем-то, процветает, поскольку для них, конечно, важным, значит, моментом является привлечение авторов с призывом, что ваши публикации попадут в РИНЦ. Вот. И если мы хотя бы уже это, значит, не гарантируем, уже это может в данном случае, ну, просто сделать бессмысленным издание таких журналов. Что еще хотел сказать? Ну, есть на самом деле действительно разные категории журналов, которые надо рассматривать немножко по-разному среди кандидатов на исключение. Это журналы, вот фейковые журналы, ненаучные, то есть это те журналы, про которые вот большинство, наверное, из наших слушателей и зрителей периодически получают многочисленные рассылки с предложением опубликоваться там за 2 дня, там сертификат и все прочее, вот, или какие-то заочные конференции, которые тоже, на самом деле, никто, естественно, никогда не проводит, а просто издаются, по сути, сборники. Вот, то есть это, по сути, просто типографии, которые публикуют все подряд за деньги, ну, в общем, к науке, к научному рецензированию или какой-то экспертизе никакого отношения не имеют. Вот это вот, ну, мы называем эти журналы фейковые, как бы мы не считаем, что это вообще научные журналы в принципе. Есть, конечно, вот термин, что это журналы хищные, да, но мне кажется, на самом деле, не очень мне нравится этот термин. Там, ну, хищник, на самом деле, в природе это полезное животное, то есть он какую-то функцию несет и, в общем-то, достаточно красивое и благородное чаще всего. Вот. В данном случае речь идет о другом. Это действительно вот фейковый журнал, который журнал-имитаторы, да, научных журналов. Вот. А вторая категория – это журналы, которые, в принципе, могут быть и неплохие. Бывает среди них даже журналы, где действительно хорошие статьи публикуются. Но с какой-то вдруг вот стати редакции решили, что надо им что-то обязательно там поднакрутить, чтобы у них импакт-фактор был впереди планеты всей. И они начинают использовать какие-то уже недобросовестные методы, вот, накрутки импакт-фактора, как вот сегодня коллеги тоже показывали. Вот, какие-то создают консорциумы таких дружественных журналов, друг на друга цитируются. Причем действительно стали уже умнее, не просто самоцитирование используют, как поначалу. Мы недавно вот смотрели, уровень самоцитирования по российским журналам падает со временем, по годам. То есть, в частности, это связано с тем, что вот те схемы, которые раньше использовались, теперь приходят на их место новые, более совершенные схемы. И, конечно же, и реакция на, значит, эти категории журналов будет немножко отличаться. Если фейковые журналы будут просто исключаться, как таковые, да, то журналы, нарушающие издательскую этику, но в принципе неплохие с научной точки зрения, но с ними просто будет, должна быть проводить работа, ну, скорее, такого, ну, по крайней мере, работа по предотвращению в будущем, это, потому что, как правило, они нормально реагируют на критику и пытаются в данном случае как-то нормализовать эту деятельность. Ну, конечно же, про заочные конференции я уже сказал, да, наверное, как такая категория, которая вообще, ну, по сути, да, не очень понятно вообще, что это такое, да. Есть онлайновые, конечно, мероприятия, но не все равно реально проходят, у них есть там время, место, там, не знаю, где люди что-то обсуждают, вот как мы сегодня, например, да. А есть заочные, которые, на самом деле, никто никогда и не проводит, просто публикует. Будут тоже исключаться. Что еще? Мы стали требовать предоставления полнотекстового индекса. Отчасти почему? Тоже это связано с проблемой проверки цитирований. Дело в том, что мы столкнулись с практикой, когда некоторые журналы предоставляют списки цитирований, которые вообще отсутствуют в полном тексте.
То есть, если ты начинаешь сравнивать список цитированной литературы и реальный текст публикации, ты находишь, что в тексте вот ссылок на этот список, по крайней мере, на какую-то его часть, просто нет. Поскольку мы научились извлекать из текста и показывать вот контекст цитирования, то есть небольшой вот кусочек текста, где происходит, собственно, делается ссылка на этот первоисточник, то мы автоматически можем это определять. Вот. И в случае, если действительно обнаруживается достаточно большой такой процент публикаций, где есть такое массовое несоответствие, это тоже предмет для исследования. Ну и последнее, да, вот сегодня мы в основном даже обсуждали ретракцию статей. Конечно же, мы поддерживаем то, что если статья ретрагируется из журнала, она должна ретрагироваться и из базы данных тоже, из базы данных научного цитирования, из международных, из российского научного цитирования, из Russian Science соответственно Index, если там такой, значит, будут такие прецеденты. По крайней мере, такая договоренность есть, и с Web of Science, соответственно, эти статьи будут удаляться. Каким образом? Ну, вопрос технический. Ну, действительно, такой статье будет присваиваться статус, что она ретрагирована, будет отдельно записываться причина и дата, и в списке литературы будет добавляться к названию статьи в скобочках эта информация, и на странице уже с описанием публикации эта информация тоже будет представлена. Ну и вот поскольку у нас еще и полные тексты в большинстве случаев есть, на полных текстах тоже мы будем добавлять информацию о том, что статья вот по такой-то причине была ретрагирована. Ну, собственно говоря, у меня все. Спасибо. А вот такой вопрос. Конечно, вот изменение политики e-library по отношению к включению журналов, это тот шаг, который, наверное, многие ждали, потому что он будет иметь, вероятно, может иметь очень серьезные последствия, в частности, например, вот список ВАК в числе требований содержит требования того, чтобы там этот список формальных, в общем-то, требований, чтобы журнал присутствовал в, значит, научной электронной библиотеке и имел какой-то там импакт-фактор. То есть, соответственно, значит, решение удалить какие-либо из журналов из учета цитирования, соответственно, вероятно, но я только предполагаю, могут за собой повлечь и исключение из списка ВАК. Да? То есть, вот как участники думают на этот счет? Ну, что-то обязательно должно. Да, безусловно. Это одно из основных целей, по-моему, почистить список ВАК. Мне кажется, действительно, на самом деле, свидетельствует о том, что этот признак из формального, может быть, становится уже не совсем формальным. Да? То есть, если раньше присутствие журнала в РИНС это был чисто формальный признак, ну, отражал только то, что журнал, по крайней мере, где-то можно увидеть, да, в базе данных он присутствует. Вот. И сейчас, ну, наверное, что-то уже должно говорить о том, что это не совсем уже там какой-то мусорный журнал, если он действительно в РИНС представлен. Вот, наверное, в этом смысл. Причем я хочу небольшой акцент сделать. Мы все-таки вот на первых порах не собираемся исключать журналы, которые в целом, может быть, невысокого научного качества, но соблюдают все правила там, научной издательской этики. Да? Речь идет чисто о мусорных журналах, которые просто-напросто вот, ну, выделяются, вот эта отдельная группа. Поэтому здесь, мне кажется, проблем не должно быть. А вот тут последовал вопрос. Ну, вопросов, в общем-то, немного, да. Вот мы как раз полтора часа идет наш круглый стол. Мы, в принципе, уложились, мы можем еще немножко порассуждать, но вот хочется просто ответить уже на эти вопросы. Вот Руслан спрашивает, почему e-library не возьмет на себя функцию по поиску плагиата во вновь опубликованных статьях, ведь база статей у e-library есть. Почему? Причем по закрытым и открытым статьям. Ну, на самом деле, такой проект есть, даже
на самом деле он не один. То есть вот мы проводили прошлой весной конференцию, где как раз несколько команд у нас выступало, которые занимаются решением, техническим решением вот, проблемы поиска плагиата в научных текстах. И мы, значит, договорились с несколькими из них о том, что мы действительно проведем полную, скажем, полный мониторинг, да, всех публикаций, которые представлены в научной электронной библиотеке, на предмет наличия плагиата. И у нас появятся для каждой статьи, значит, определенные новые метрики, да, которые говорят уже об уровне, скажем, ну, хотя бы процент заимствований. Да? И тогда уже статистически мы можем это смотреть и на уровне журналов, и на уровне отдельных ученых, и организаций, и так далее. И можно уже какие-то делать предварительные выводы. Но все равно здесь ведь понятно, что кроме технической части должно работать экспертное сообщество. Да. Здесь очевидно, потому что это все равно, так же как библиометрия, формальные какие-то расчеты – это одно, а вот принятие решения и там, тем более здесь серьезные шаги уже связаны там, с исключениями, для кого-то это могут быть финансовые последствия, поэтому здесь надо аккуратно и внимательно к этому подходить. Ну, знаете, я бы, конечно, вот к такому показателю, как процент заимствования, я бы отнесся очень осторожно, конечно, конечно. Потому что, понимаете, если, например, вот может быть статья, я говорю, например, об автоплагиате, где одинаковые, скажем, группы или цифровые данные и совершенно одинаковые выводы, и при этом процент заимствования может быть относительно небольшим, там 40%, понимаете? То есть мне кажется, что все-таки эта цифра без экспертизы, она слишком лукавая. А если вы ее ведете в оборот, то могут появиться какие-то такие псевдонормативы, которые, то есть, вот то мы сейчас в рамках издательства внедряем, вот, потому что ретрогировать статьи очень трудоемкое занятие. Конечно, гораздо лучше проверять просто каждую статью, есть система антиплагиата и так далее. И вот в процессе внедрения все хотят какое-то простое решение. Сказать, вот назовите цифру, значит, когда это, значит, вот это мы не принимаем, а вот выше этой цифры, а ниже, значит, принимаем. То есть, понимаете, вот желание такое у людей есть. Люди, у всех. Да, люди любят простые решения. Ну, в данном случае, понимая сложность такой человеческой деятельности, как научное исследование, да, мы понимаем, что простых решений здесь, в принципе, быть не может. Провокационный вопрос, Геннадий Олегович. Вы с диссернетом собираетесь работать? Конечно, для нас на самом деле те случаи и те там, и публикации журналов, которые будут обнаружены, для нас, безусловно, это хороший знак, да, в плане того, что действительно вот эти журналы стоит рассмотреть в первую очередь и вот принимать по ним какие-то уже решения. Вот. И я надеюсь, что с помощью и Анри мы тоже это будем делать, поскольку только что мы говорили, что без экспертной составляющей здесь чисто формально что-то отсекать было бы на самом деле не совсем правильно. Хорошо. Мы готовы. А вот тут очень конкретные вопросы, то есть, по ним можно, конечно, их можно обсудить, это интересно. Вот, например, Евгения Панова спрашивает, можно ли журналу рассматривать как самоплагиат статью, дублирующую автореферат диссертации автора? Речь идет о дублировании слова в слово. То есть, ну вот они фактически, значит, вот как бы момент истины. Вот здесь собрался такой костяк этического комитета и, значит, вот задают вопрос в лоб. Вот можете что-то по этому поводу прокомментировать? Ну вот по моему пониманию, да, как информационного специалиста, дело в том, что автореферат, он не считается опубликованным документом. То есть это отношение к серой литературе.
к малотиражной литературе. И поэтому, ну, мы предполагаем, что автореферат малодоступен. Если он малодоступен, то он имеет возможность быть опубликованным. То есть вот с моей точки зрения это не является самоплагиатом. То есть человек может опубликовать, потому что журнал, публикация в журнале и автореферат – это совершенно разные вещи по уровню. Ну, я на самом, я вот тоже так считаю, что у нас, например, мы призываем авторов не ссылаться на автореферата, поскольку, да, поскольку это по сути не является публикацией. Да. Поэтому я тоже не вижу здесь ничего страшного, но вообще могут быть и другие мнения на этот счет. Ну, у меня мнение, оно связано с тем, что считать публикацией. И если вы имеете к чему-то, к любому тексту доступ, так или иначе, то, на мой взгляд, это точка зрения, она перекликается с более серьезными мнениями, и что этот документ является публикацией. Другое дело, что если бы этот вопрос задал редактор, то важно для себя понимать, что записано в вашей редакционной политике относительно таких случаев. И вы можете, на самом деле, совершенно спокойно выбрать любой вариант. Либо вы публикуете, либо не публикуете. Это ваше решение. И авторы просто вынуждены будут следовать этому правилу. Вот и все. Если вы автор, то тут история куда как мягче. Вам просто надо ознакомиться с редакционной политикой журнала, который вы... С правилами, да. Ну, все. По-моему, да. По-моему, вполне... Потом еще к этому хочу добавить, Руслан, что, в принципе, каждый журнал предъявляет свои требования к структуре статей. То есть автореферат – это не структура научной статьи. И поэтому в любом случае, по идее, если даже контент публикуется из автореферата, он должен быть перестроен в соответствии со структурой научной статьи, это если это серьезный научный журнал. То есть так, чтобы автореферат… А если не серьезный? А вот если не серьезный, то он попадает… Я бы хотел добавить еще здесь. Обычно в практике защит диссертаций автореферат содержит сжатую информацию о сути своего диссертационного исследования, которое в практике и по правилам ВАК должна быть изложена в основных публикациях до защиты. И дальше надо смотреть. То есть я хочу сказать, что основное содержание автореферата было уже где-то опубликовано. Выводы, основные какие-то идеи, постановка задачи, это было уже где-то опубликовано. Очень редко можно представить себе случай, что это публикации как-то прошли мимо. Поэтому всегда надо это тоже учитывать. Да, тут тоже аргументирует Евгения Панова на сайте, да, что по поводу, является ли автореферат публикацией. Да, они говорят, но сейчас автореферат размещается на сайте ВАК в открытом доступе, так что это тоже можно считать публикацией. Здесь большой очень комплекс проблем. Ну, например, вот я физик, да, у нас в физике высоких энергий элементарных частиц есть архив такой, который уже существует там, больше 10 лет уж точно. И принято, что перед публикацией в серьезном журнале размещается статья в доступном архиве на сайте. Да. И этот архив имеет уже зеркала практически во всех странах мира. То есть это доступно. Да. И после этого и серьезные журналы с большим фактором принимают эту статью все равно. Да. Есть припринты. Параллельно как разместить статью в архиве, то уже те организации, в которых эта работа была проведена, выпускают припринты. И это нормальная западная практика. И здесь надо тоже, так сказать, нельзя сказать, что все вообще, что раньше где-то существовало там, в оцифрованном виде, да, в качестве текста, нельзя публиковать. Все это очень конкретные вопросы, с которыми нужно индивидуально разбираться. Ну да. То есть... Надо сказать, как правило, журналы вполне спокойно реагируют на ссылку на автореферат диссертации. Некоторые не допускают ссылку на диссертацию,
Ну, мне кажется, еще важным вот с этической точки зрения авторов, если сейчас очень частое такое явление есть, когда старая диссертация, там, например, 98 года, с сегодняшним выпуском журнала, она дробится на кусочки и там 10 статей подряд. Ну да, теоретически может быть, что вот в то время как-то не особенно освещалась эта проблема. А вот сейчас мы ее хотим осветить. Но было бы правильно, с моей точки зрения, в статье, в преамбуле статьи указать, что вот дальше вы читаете текст, который был значит, результатом диссертационного исследования такого-то, собственно, автора, да, например. И это было бы честно по отношению к читателям. Ну, то есть, у меня такое ощущение, что единого правила здесь, наверное, придумать невозможно, а, скажем, это если случай вызывает какие-то сомнения в этичности, то каждый случай должен, вероятно, рассматриваться индивидуально и... Собственно, наверное, для этого и нужен вот, комитет по этике, чтобы индивидуальные суждения по определенным случаям. Безусловно, я еще отмечу, что в любой работе с научной информацией мы никогда не должны, ну, безусловно, этого не делает ни совет по этике, но никогда невозможно опираться на один источник информации или на какую-то одну точку зрения. Всегда должен быть и комплексный взгляд, и несколько источников информации, чтобы сориентироваться. Это золотое правило, потому что, мне кажется, слишком часто авторы и редакции про него забывают. Есть точка зрения, и... Кто-то что-то написал, все, пошла реакция. Без осмысления, без обсуждения, без попытки проанализировать. Вот это сложность такая. Ну вот Оксана Лугунова еще раз на ту же тему, как бы другой поворот. Уважаемые коллеги, а как трактовать надпись на автореферате на правах рукописи? Публикация или нет? Рукопись. Да. Другое дело, что точно так же, как диссертацию можно как монографию опубликовать, да, и я знаю, что такие случаи есть, точно так же и автореферат можно опубликовать. Но там должно быть тираж, издательство, не 100 экземпляров, да, которые они рассылают, а, в общем-то, действительно, рецензирование и все прочее, которое там сделать должно быть, как для книжки. Да. Брошюра. Совершенно то, что говорит Андрей Африканович. Да, припринт, все что угодно. Ну, время нашего круглого стола, значит, оно практически исчерпано. Значит, вроде бы я не вижу на сайте неотвеченных вопросов. Может быть, если каждый из участников... Попрощаемся. Кто-то хочет... Нет, ну давайте мы все-таки... может быть, Ольга Владимировна, вы... как в заключении скажете как, что-то? Нет, ну, конечно, скажу. Скажите, пожалуйста. Во-первых, хочу поблагодарить всех докладчиков, потому что все доклады, они мне, с моей точки зрения, просто какую-то такую комплексную картину. Я думаю, что тот, кто слушал нашу телеконференцию, они, будем так говорить, получили впечатление и получили новую информацию о том, что, собственно говоря, все составляющие этого единого процесса, представители, которые здесь есть, значит, будут в дальнейшем каким-то образом привлекать их тоже. То есть, в общем, к ним это все придет. Да? И кто-то, те журналы, которые слушали нас сегодня, я думаю, что они получили очень много полезной информации. И, конечно, мы, как ассоциация научных редакторов и издателей, и наш совет по этике, и я надеюсь, что мы более плотно будем работать и с медиасферой, и с медицинскими журналами, потому что эту тему мы пока сегодня тоже не затрагивали, она тоже присутствует. И в каждой тематической области есть свои особенности, и возможно, что в дальнейшем мы это тоже выявим, какие-то совершенно специальные вещи.
для каждых. Ну и, естественно, дальше продолжим это направление, потому что оно такое, я уже говорила, оно такое достаточно объемное. Объемная задача. И мы тут сегодня не затрагивали тему, конечно, того, что, в общем, на разных уровнях эта задача должна решаться. Мы вот свой уровень представили, да, сегодня, то есть тот самый нижний уровень, который, собственно говоря, столкнулся с этой проблемой и чувствуем, что эта проблема должна быть решена каким-то образом. Также надеемся, что и руководство более высоких инстанций также отреагируют и будут озабочены, да, примут во внимание наши, в том числе, предложения, наше понимание этого всего. Так что вот. Ну, а я хочу поблагодарить всех, всех слушателей, кто оставался с нами. Значит, я надеюсь, что вот этот новый такой телевизионный формат понравился. И если понравился, то эту форму, в принципе, можно будет продолжать. И самое главное, что, значит, в результате вот нашего круглого стола у нас будет видеозапись, которая будет выложена, значит, на сайте Андрея или там на YouTube, где там это уже будет решено. И люди, которые не имели возможности ознакомиться, они смогут посмотреть это в отличном качестве. Мне кажется, что вот именно такой формат, он понравится нашим зрителям. Ну, хочу поблагодарить еще отзывы, раз. Пусть отзывы. Пусть, да, пиши, да, да, пишите, пожалуйста, отзывы. На сайт можете отзывы писать, свою критику, свои замечания, свои предложения. Собственно говоря, предложения по следующим таким темам, следующих телеконференций. Спасибо большое. Спасибо всем. Большое. До свидания. Всего доброго. До свидания.